2010 года вступают в брак граждане Республики Беларусь Евгения Валерьевна Зинченко и Андрей Владимирович Ломоть. Уважаемые новобрачные, сегодня вы вступаете в брак, создавая новую семью. Добровольно принимаете на себя все обязанности, которые возлагает наше государство на супругу. Исполняя высокий общественный долг как представитель государственной власти, перед регистрацией вашего брака я обязана задать вам вопрос. Является ли ваше желание вступить в брак искренне и глубоко продуманно? Прошу ответить вас невестам. Прошу ответить женихам. Согласны?